Друзья, всем огромный привет! Давайте сегодня сделаем самой дешевой краски, самую дорогую и самую лучшую. Если вам интересно, поехали! Для начала нам понадобится самый простой пластиковый стакан, санитарный силикон, можно герметик силиконовый, без разницы. Капаем немножко вовнутрь, на свой взгляд, сколько вам необходимо. Я делаю на глаз. Берем растворитель 646. Сделал с электрода вот такой вот крючочек, вставляем его в шуруповерт. И хорошенечко размешиваем, чтобы получилась однородная жидкость. Немножко пенка, но сейчас она сядет. Берем краску, открываем. Предварительно хорошенечко ее встряхнул. Теперь берем еще один пластиковый стакан, наливаем. И выливаем нашу жидкость сюда. И, естественно, хорошенько перемешиваем. Все, готово. Теперь с вами попробуем покрыть оргстекло, абсолютно гладкое, фанеру. Ну и, конечно же, мне очень интересно покрыть пористый материал, это газоблок. Смотрите, на оргстекло даже хорошо оносится. Без каких-то... В один слой даже можно будет покрасить. Кисточку еще хорошую. Так, ну теперь пористый материал. Ну, сейчас тут в два слоя точно надо будет наносить. Конечно, надо было бы попробовать другим цветом, но мы сейчас попробуем еще и другим цветом. И саму фанерочку. На дерево тоже хорошо наносится. Мне нужно водоотталкивающие свойства, и чтобы хорошо и быстро сохло. Вот мы с вами сейчас и проверим. По этому же принципу изготовлю сейчас на другой краске на основе битума. Также герметик, растворитель. Сейчас немножко поменьше сделаю растворителя, чтобы намного краски не переводить. И попробуем налить немножечко битумной краски. Она такая тягучая. О. Можно даже растворителя, значит, побольше добавить. И также попробуем покрыть на блок. Как видите, хорошо наносится. При том, что это пористое покрытие. Я прям полосу разделения оставил. Теперь фанерку. У нас на дерево еще битум лучше ложится, чем обычная краска. Конечно, кисточку надо другую, не искусственную. Прям жесткий ворс у меня искусственный. Мягенькую бы, с натуральным ворсом было бы вообще ништяк. Ну и также нанесем на оргстекло. На оргстекло тоже, видите, наносится тоже достаточно хорошо. Причем это пластик, да? Сами понимаете, что он гладкий, не обезжиренный, ничего. Просто вот как есть, так и есть. Ну, жесткая кисть. Здесь уже, смотрите, уже прям замотовело. То есть уже начинает подсыхать. Друзья, нанес на дерево, вообще на деревяшку, на простую. Вообще так классно укладывается. Прям вообще шикардос. Друзья, и давайте покроем листочек с двух сторон. Да, кисточка, конечно, для этих целей не подходит. Но, тем не менее, попробуем. Как есть, да, просто было интересно попробовать, показать вам. Это не мое там открытие. Я просто увидел, решил проверить и показать вам. Ну, пускай будет с такими даже просветами. Так вот оставим, пускай подсохнет. Не сказал, также нанес на керамическую плитку. А вот такой цвет получился при смешивании белой нитроэмали с мастикой битумной, да? Такой вот цвет. Но сейчас тоже хочу попробовать, будет ли это совместимо вообще, нет? Ну, оставим тоже сохнуть. Друзья, собственно, забыл, для чего мне нужно было. Мне нужно покрывать металл и покрытие, чтобы было водоотталкивающим. Но сейчас вот, конечно, уже попробуем смешанной краской. Но, тем не менее, она функции-то свои не потеряет.
Посмотрим, как она будет держаться на металле. На металл тоже наносится, как видите, прям очень хорошо. В один слой. Но кисточка, опять же говорю, искусственный ворс, и она очень жесткая. То есть тут такая прям щетина очень толстая. Ну все, теперь оставлю, теперь точно все сохнуть. Здесь уже видно, что уже подсохло. Прошло буквально там 10-15 минут. Но я оставлю на пару часиков. Итак, друзья, наша красочка подсохла. Такой эффект у нее хороший. Хорошо держится, причем даже очень хорошо держится на пластике. Да? То есть, корябать, конечно, будет скорябываться в любом случае. Но она такая тягучая. Посмотрим, как она ведет себя в воде. То есть, такой вот эффект, видите, да? Попробуем нашу деревяшечку. Ничего не впитывается, такая вот скользкая получается. То, что и нужно было. То есть, вот здесь вот сразу видно, что впитывается. Здесь нет. Мы с дешевой краски сделали хорошую красочку такую, которая с таким хорошим эффектом наносит на все материалы. То есть также металл у нас можно защищать. Вода прям скатывается. Так, и вот наш листик бумажки. То есть, как видим, как она была, так она и есть. Вода скатывается. А если мы просто намочим, то сразу видно, да? И также вот деревяшечку попробуем. Я разными красками, разным цветом, таким и таким наносил. Здесь сразу видно, где вода была, намокла. Здесь же нет. То есть хорошая пропитка и защита даже дерева. На удивление, краска на плитке хорошо держится. И такой же у нее эффект. То есть не нужно было добиться такого материала, который можно наносить на разные поверхности. Также пеноблок. Как видите, все тоже скатывается. Что это? Краска. Ничего не собирается. Вот где не было, сразу видно, что намокло. Здесь же вода просто скатывается. Результат классный. Друзья, у нас с вами получился вот такой вот небольшой выпуск. Кому понравилось, обязательно палец вверх, напишите ваше мнение. Я никого ничему не учу, я просто показал вариант. Мне нужно было для определенных целей, я добился определенного результата, показал вам. Так что, если понравилось, обязательно ставим лайк, еще раз повторяюсь. Вам же желаю всем крепкого-крепкого здоровья, всего самого хорошего, с медовым спасом вас. Всех обнял, до новых встреч, пока-пока.